Жители Рубцовска устроили митинг против закрытия хлебокомбината и других предприятий города. Выразить протест вышло 250 человек. В первую очередь горожане требовали защиты одного из градообразующих заводов, где трудится около 300 рабочих – Рубцовского хлебокомбината. В начале января была создана петиция против закрытия предприятия. Со слов сотрудников комбината, речь о банкротстве идет пару лет, но в последние месяцы объем работы компании сократился, а сотрудникам советуют искать другие варианты трудоустройства. И хотя специальная комиссия, в которую вошли в том числе специалисты краевого пищевого управления, после проверки комбината заверила, что закрывать его не будут, сотрудники все равно переживают за свою работу. Если сотрудники говорят, что им начальство говорит, что нужно сокращать, как вы думаете, что была давка на людей, что вот с ними, допустим, 8 человек работает, грубо говоря. А говорит, а надо, чтобы 6 работало. Вот двоих людей, говорит, мне надо куда-то деть. Это слова работников. Но официальных заявлений от руководства комбината еще не было. Участники митинга приняли резолюцию, в которой обратились к правительству края и администрации Рубцовска с призывом поддержать завод и другие крупные предприятия города, которые находятся в кризисном положении – мясокомбинат, водоканал и автотранспортное предприятие.